Найди способ меня спасти. Кто мне это говорит? Помоги мне, пожалуйста. Я хочу выбраться отсюда. Он... Что он, ЛП? Это мой рабочий стол. Серьезно? Салам всем, друзья, меня зовут Иван, вы на канале 2 Hit Point, и сегодня мы смотрим на игру под названием When the Darkness Come, что с английского переводится как «Когда наступает тьма» или «Когда наступила тьма». Experience by Shirai Shirayan. Странно, я думаю, это разработчик, а это, оказывается, какой-то experience. Ну, может, он, кстати, и разработчик. Игрушка очень странная, заявлена как симулятор ходьбы. Почему такая задержка? Вот. В описании написано, что никто не должен играть в эту игру, что в ней нет смысла, что девочка... Hello. Hello. No. Эй, привет, привет. Hello. Yeah. Привет. Да, так лучше. Hello, new player. Привет, новый игрок. Добро пожаловать. Thank you very much for downloading it. Спасибо, что скачал игру. No, that's too confident. Нет, это не нет, это лишнее. Привет. Thank you very much for downloading this. Спасибо большое, что скачал игру. А, да. И удачи, наверное. And finally, и еще. Welcome. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Странно. Да? Yep. Да? That's the game. Это гейм. Это игра. Why? Are you still here? Exactly. Ты все еще здесь? Серьезно? This is the game. Yep. Это игра. Да. Confetti, sparklers. Такие всякие чести. In a room. Нажмите Alt F4, чтобы... Нет, нет, не буду нажимать. Давай что-нибудь. Давай. Ты можешь выйти, без проблем. Пока. Спасибо, что пришел, повеселился, молодец. Ты выиграл? Нет, нет, нет. Что ты гонишь мне? Давай контент. So, you're either very patient, which would be a ты good thing, очень... or very как persistent, which I think would be a good thing too. Терпеливый, говорит. Ты говорит, очень терпеливый, ну или тупой, неважно. О, смотрите, там камера. И ты мне уже надоедаешь. Потому что не очень сложно нажать Alt F4 и выйти. Так что... Так что давай сделай что-нибудь, чтобы уже выйти из этой игры. Это очень просто. А, знаю. Я просто добавлю одну дверь. Прям здесь. Войди в эту дверь. Should be able to leave the game. И ты выйдешь из игры. Thank you very much. Спасибо большое. Где? А. Ну пойдем, раз автор хочет, чтобы мы вышли из игры. Yeah, ну это yeah, на какой-то на... That да, yeah, это, that это дверь. Yeah. Дверь. Just open the door. Просто открой once дверь. It's open, it will close the game, and you win. Когда ты that's... откроешь ее, yeah, все закончится. Once you open the door. Ты yeah, выигрываешь, you know открываешь и выигрываешь. Games, right? Just press F, просто нажми F. And it should open. И она должна открыться. Или или и е. Это зависит от зависит от игры. Ну давай определись уже. Maybe it's a trigger. Maybe you can just step out. Yeah, try. Отойди, может ты играешь на джойстике, нужно нажать триггер. Попробуй еще раз. Рядом с дверью. Может она откроется? Нет, да? I tried to open from my end. Just a sec. Попробуй, подожди, я сейчас попробую открыть сам. Давай, давай, уже открывай. Ух ты, ё-моё, смотрите, сколько камер. Ага. А не пойду. Пойду вот туда. Слушай, может я реально сейчас выйду? Не хочу выходить. Ой. Меня засасывает, да нет! Welcome again. Снова привет. I thought you left.
Илон, ты ушел? Didn't you go through the exit portal? А, ты Yes, разве you did. не пропал через You're still портал? here then? Тогда почему ты Oh, that's здесь? so Это weird. очень странно. Tell you what, Знаешь, что я тебе I'm скажу? gonna just make another door Я просто сделаю еще behind одну you. дверь. За Just go тобой. through it and it should exit your game. Just believe me. Просто войди сквозь нее, и ты точно выйдешь. Здесь. Дверь для выхода. Ну, окей, пойдем. Да, да, да. Это дверь. Просто войди. Просто подожди секунду. Ваш компьютер. Короче, там это ошибка. А, прости, это был просто прикол. Я должен попытаться. Должен был попытаться. Так, вообще-то, я очень занят и. Touch anything. Просто попрошу тебя ничего не трогать. Просто стой спокойно. Спокойно. Стой спокойно, и я скоро вернусь. Окей? Ага! А, мне дали красную кнопку и сказали ничего не трогать. А почему две камеры горят, одна нет? Нажмите F, чтобы нажать. So, of course. А, ну конечно. Ты все-таки нажал кнопку, конечно. Любовь так сделал, поэтому я тебя не осуждаю, окей? Okay? Так, ну, раз уж мы здесь, может быть полезен. Это, говорит, я где-то работал здесь. Пойдемте на выход тоже. Это, говорит, фабрика, которую я делал для своей игры. Вот она еще типа не закончена, но вот она. Так, сейчас я нажму пару кнопок, ты мне свое мнение. А пока походи здесь, и ты мне свое мнение выскажешь. Че ты как? Нравится тебе или нет? Ага! Нравится ли тебе атмосфера, да или да? Не знаю, наверное, да. Хорошо. По крайней мере, это честно было, очень честно. Следующее, пожалуйста. Так, это было сделано для подводного пространства, я еще не закончил. Я думаю, она нормальная, yeah, прикольная. Да. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, вообще, нормально. Тебе нравится это окружение? Нет. Дайте-ка подумать. Наверное, нет. Ай. Okay. Хорошо. Да. У меня есть еще одна, если ты хочешь. Дай-ка загружу. Так, последняя, я полагаю. Так. Постарайся быть честным в этот раз, спасибо. Чего? Нравится ли тебе это окружение? Ну, знаете, вообще нормально. Так. Норненько. Ну, прям так. Странный только какой-то объект. Вот эти вот квадраты меня смущают. Если бы не они, если бы там реально было какое-то лицо, то да, а пока нет. Понятно. Знаешь что? Давай попробуем что-нибудь еще. Давай попробуем. Давай нормально уже какой-нибудь environment мне дай. Ты же старался, ты же делал игру. Что какого хера? Так что мы уже с тобой друзья. Давай поиграем с тобой в игру. Я сделал город. Я хочу, чтобы ты пошел в город и взял мне выпить. Не трогай, пожалуйста, других людей. Хорошо. Давай сыграем в игру. Все... Everybody does this. Все так делают. Окей. Просто скажи привет. Ой, кто там стоит?
Дай-ка поярче сделаю. Так-то лучше. Я могу их слышать. Привет. А это хоррор вообще? Я не помню просто, чтобы он как заявлен был как хоррор. Просто симулятор ходьбы и все такое. Там уже много таких игр было. Типа когда игра типа не закончена, но ты в ней играешь в незаконченную игру, и там создатель с тобой... Ой, разработчик с тобой общается. Маркер слева. Иди, купи выпивку. Окей, окей. Ты можешь это прочитать? Какие они стрёмные. А, это, наверное, из-за светящих глаз. Да, они как-то выглядят. Но мне сказали никого не трогать. Я... А, поздравляю. Ты просто выиграл игру. Короче, я, походу, все-таки кого-то задел, он же меня просил никого не задевать. Он говорит, ну да, и я тебе... Я же тебя просил никого не задевать, я-то кого-то там задел. И поэтому давай я тебе загружу еще один уровень, пока тебя здесь не убили. Там он, конечно, этого не сказал, но я думаю, он это подразумевал. Подразумевал, говоришь. О, мадам. А, наконец-таки. Ты добрался. Давай сыграем еще одну игру. Все, нам что-то выбрать, чтобы поговорить. How are you doing? Хорошо. Как дела, говорит? Хорошо, я нажал кнопку «Хорошо». Что ты здесь делаешь? Я хотел тебя кое-что спросить. Хотел тебя увидеть. Я хочу выйти. Давай я нажму «Хочу выйти». Не работает кнопка «Хочу выйти». Хорошо. Я хотел тебя увидеть. Давайте пофлиртуем. Расскажи мне больше. А ты свободна на этой неделе? В эту пятницу? И L3T, M3 out. Тут камера. Последний вопрос. Нет, она меня отшивает, она говорит, я не свободна в пятницу, прости, пожалуйста, у меня есть парень, все дела. Отвали. Хорошо, окей. Hey, good job, really. Hey, that was some nice conversation you had there. Хорошо, вопрос, really, really очень deep, классно really поболтали. Очень-очень глубоко. Really, начинает напрягать это, конечно. Just wait a minute. Он просто говорит, что да, такие глубокие фразы ты говорил, такой полезный разговор был. И мне звонил телефон, он попросил подождать. Глава 4. Меня все еще призывают нажать Alt+F4. Да, упала фраза. We don't have much time. Ой. You're not alone. Ты не один, у нас не так много времени. Что? А кто это? Это она? Это она? Я бегу к тебе. Да. Прощай, странный чувак, который делает игры и не хочет, чтобы в них играли. Это очень странно, знай. Вот, тут уже хоть поинтереснее, а то вот эти черные комнаты, красные фразы и постоянное призывание тебя выйти из игры, в которую ты вошел, захотел поиграть, что-то записать, а он тебе говорит, нет, выходи. Это странно, да, это очень странно, я не знаю. Ой! Следуй за светом. Ну, вниз. Очень странная игра. Ведь сколько тут глав. Глава 5, свет. Не падай. Дай свету вести тебя. Окей. Ай-яй. А как я дам ему вести себя? Ну я вроде вижу. Ага, ладно, вроде нормально. Но в конце концов, мне кажется, да, я должен упасть. Или нет? Дрянь. Ладно. Да блин, это сложно. Давайте попробуем еще разок. Я помедленнее пойду.
То есть вот эта вот полоса сейчас, которую вы видите, это край с правой стороны того узкого пути, по которому я иду. То есть там справа обрыв будет. И мне по этому вот тоненькому свету нужно ориентироваться. Блин, куда идти? Где держаться на этой узкой колейке? Ой, я вот что-то написал. Do not despair. Ё-моё. Я не помню слово despair. Ну, я не буду сейчас смотреть. Нахер надо. Не очень много смысла, я думаю, пущу. Ну, что-то он опять призывает, не знаю, не расстраивайся, не падай духом, продолжай идти. Ой, это с какой стороны? Ага, все понял. Мне кажется, если ты не чувствуешь вот своим персонажем вот этот мостик, человек, который смотрит, вообще непонятно, что я сейчас делаю, как я иду вообще, где дорожка, как я по ней ориентируюсь. Верь в свет. Окей. Так. Ага. Бежим. Блин, как это нудно. Чуть не упал. Не надо. Так, это с какой стороны? А, вижу, все. О, я дошел. Окей. А, все нормально, хорошо. Получишь решение упасть в свет. Не смотри назад, не останавливайся, продолжай идти. Хорошо. Как скажешь, чувак? Или чувиха? Или чувырла? Хе-хе. Хорошо, хоть эти не появляются с горящими глазами, они реально меня как-то прям... Я в какие-то моменты вообще не понимаю, иду я, не иду, продвигаюсь, не продвигаюсь. Продвигашки. Ай! Зараза, никогда не останавливайся. Я что-то такого ждал, поэтому не особо испугался. Очень странная игра. Ну, раз вы подписаны на мой канал, то вы просто приговорены такое вот созерцать. Никаких обычных игр, типа GTA 5. Нет, обойдетесь. Будем всякую вот эту необычную шлачину. Ну потому что это более интересно, чем просто играть в шутан. Хоть над ним и работало больше людей. Еще какой-то призрак. Ну ладно. Я думал, он плоский будет. И типа будет следить за мной. Знаете, вот я буду поворачиваться как в плохих играх. Что? А как ты хочешь? Чтобы я к ней подобрался, ты мне скажи, пожалуйста. Если в воду нельзя ходить. Ой, она что делает? Да? Да, она, ну или он. Ну, я буду лучше думать, что это она. Ничего тут нет, бинокля. А, это качели. Ой, зараза. Хорошо, давайте обойдем с другой стороны. Или она постоянно качается, да? Или она просто начала в какой-то момент качаться, когда я что-то начал делать. Да нет, вроде норм. У нее там внизу под ногами что-то. Ага! Я был прав. Нужно было просто сзади обойти. Ну и теперь, наверное, утопиться, я не знаю. Теперь она пропала, но ничего не изменилось. А, мне же говорили, иди на свет, господи, вон там свет же.
Просто он в рамках всех вот этой всего окружения, оно как солнце, а не как свет. Поэтому я что-то подумал, что это просто часть пейзажа. Ну, я пойду на солнце, тогда пойду на свет, как он мне говорил, мой наставник. Я не буду нажимать Alt F4. Нет, ни в коем случае. Что там появилось? А, уже не видно. Уже. А, он видно, видно, немножко видно. Не, не появилось никак. А вот. А оно здесь, оказывается, очень близко и очень яркое. Глава 6, поэма. Я вижу. Это что-то там без голоса. Это небо без звезд. Это королевство без короля. Этот кот без лотка. Ты можешь туда пройти? Ты знаешь, что-то как-то не очень. Я вроде как иду. Я это почувствую. Ой, что за пошлятина такая. Я хочу улететь. Я хочу улететь. И эта мечта сбудется. Ее мечта там, наверное, какая-нибудь. Я могу слышать ее музыку. Чью? Такая красивая, такая нереальная, такая хорошая. Она зовет меня, чтобы я пошла и разделась. Что? Я двигаюсь медленно. Я двигаюсь в эту какую-то светящуюся тьму, но колебаюсь. Примерно то же самое. Любовь. Говори о хорошем и прекрасном. И о земле, наполненной звездами и счастьем. Я игнорирую свою боль. Я хочу говорить. И... Christ, Christ. Но моя боль растет, и я чувствую страх. И мое, когда я уже дойду, да я такой, господи, мне этот просто столб светов... Он, кстати, и скоро. Он, кстати, прям вот... И обратно. Ага. Они, кстати, остаются. И скоро. Я приближаюсь к ним. Мое видение темноты. Да. И мое тело исчезнет. Нет, нет, извини, нам это, по-моему, зависимо быть. Но ее музыка и все звуки пропадают, но ее плач, я что-то заметил, вообще я тут шифтую, но ничего не происходит, быстрее я не иду. И мой ум. О, дошел. Какой-то конец. В конце концов. Собака. Shatters. О, господи, я всего ушел на пару минут, и я тебя нашел. В моем прошлом, в моей памяти. А, я в его памяти, да? Мне действительно жалко, но мне придется тебя куда-то далеко отправить. Куда? Куда ты меня собрался отвезти? С ума сошел, что ли? Давай, давай меня домой, обратно, на мой рабочий стол. Мне пора записывать следующую игрушку. Мне это уже надоело. Подожди. Что это такое? Нет. Остановись! Ну ты. А, я понял. Это очень-очень-очень-очень-очень интересно. Я не знаю, как экстремально, прием, перейти. Знаешь что? Я просто оставлю тебя. И
Have fun. Развлекайся. Развлекайся. Actually, хорошо. Let me just put you back on your tracks. It's gonna be a lot easier for you. Tracks? Говорит, верну тебя тогда к твоим этим. I'm terribly sorry about that. Снег. Well, I'll just Глава снег. Explore, have fun and do whatever you want. I'll just watch from a distance in case you need help. Have fun. Просто оставлю тебя здесь, говорит, развлекайся, я просто буду за тобой наблюдать. А развлекайся. Следуй за светом. Нет, нет. О! Это лифт был, оказывается. Ай! Что происходит? Что происходит? Я где вообще? А. Знакомая музыка. Так. Ух ты! Прикольно. Ну, а, вон вижу домик. Alone the Dark. А, это пианино, господи. Я думал, это дом. А это пианино. Свет играет на пианино. Какой-то снеговик. Лузер! Продажная скотина! Где еще? Кто третий? А, вон они. Scary. Страшно тебе? Что-то меня в какую-то прям держит, это не пускают далеко. Эгоист! Почему рядом с вами? По будильнику. Что происходит? Сейчас экстремальная нагрузка на ком была вообще. Ты хочешь верить Ивану? Ну, то есть мне, короче. Странный ник, кстати, где они его взяли? Ну, это мой ник, конечно, в каких-то там. Не так. Хороший ли он или что-то не. Блин, не успел прочитать. А, ты здесь был, да? Ну что не должны, пока ты начнешь понимать. Не хочу, говорит, тебе мешать. Что ты хочешь, чтобы я понял? А, иногда игнор лучший выбор. Ничего особенного в этой сцене нет. Why would everything require to have... и вообще, с чего ты взял, что у всего должен быть смысл? Ну, правда, действительно. Пусти меня! Алло? Может, здесь где-то есть проход? Он же мне подсказывает. Ignorance is the best... Хорошо, хорошо. Нет часов. Зачем у кого-то часы, когда у всех уже есть телефоны? Ну, хоть музыку включили. Я уж подумал, он доиграл. Я на паузу поставлю там. Подожду. Я тут проход нашел. Вот здесь, оказывается. А ты не согласен со мной, Ивани? Это мой рабочий стол. Серьезно? Ах. Никакого выхода, ни отдыха. Почему ты все еще не вышел? Ты настолько сильно ненавидишь себя? Что ты чувствуешь?
Ты начинаешь понимать? Включите, включите, мне так понравилось. Это довольно-таки необычно. Я читал это, да? You are not surprised to be here. Ты здесь. Не удивлен, что ты здесь. Ну, не очень, не очень. Тем более, где здесь? Если бы ты мне пояснил. Тут просто вот в одном из углов может быть проход. И его не видно нихера. Пока ты не тыркнешься. Вот, вот. Значение всегда... Ой, нет, не давай. Оставь меня в покое. Да я тебя вообще не... О! О, попал я наконец-таки в это помещение. Не слушай его. Мне нужна твоя помощь. Помоги мне. Здесь все. Он все видит. Он не оставит меня в покое. Чуть-чуть, тише. Найди способ меня спасти. Кто мне это говорит? Помоги мне, пожалуйста. Я хочу выбраться отсюда. Он... Что он, ЛП? Wait, what? Я бы не сказал, что это хоррор, но он как-то давит психологически. Почему мы здесь? О чем этот уровень? Это... Что она? Она? Что? Чуть знакомое место. Ой, фонарик у меня появился, классно. По-моему, я где-то в World of Warcraft был какой-то такой уровень, похожий на этот. Ну не уровень. О, ну кто? Кто это? Алло? Мадам? Блин, я не думал, что эта игра будет такой долгой, если честно. Machine can't damage. Чуть за бред такой. Нет, пойдем. Прям тут. Подожди. А это имеет значение, в какую я из них войду? Реально какой-то хоррор начался. А чё 0 из 8? Чё мне надо собирать? Как в Слендере, в записочке? Давайте пошерстим, давайте. Что-то у меня... игра как тяжело тянется. Не знаю, может это эффекты такие? И чё ты хочешь, чтобы я в каждую комнату заглядывал? Ты с ума сошел? Иди нахер! Ну ладно. А что мне остается? Пойдем сразу на последний. Да не! Ну-ка. Суицид? А, там выше еще есть. Че это было? Помните с... нет. Блин, ну сделали хотя бы что-нибудь в этих помещениях. Ну или уверили меня хотя бы, что в этих, в некоторых из них будут какие-то записки или вот вещи, которые мне нужно находить, которые вон 0 из 8. Чтобы я не чувствовал. О, привет. О, привет. Будильники нужно искать, я понял. Да, будильники фигурировали уже в этой игре. Немного ранее. Чего? Что ты здесь шаришься? Спросил он меня. А не твое ли это собачье дело? А, точнее, это не вопрос. Все. Мне надоело, я отсюда сваливаю. Можно еще вниз? А нет, все. О, здрасте.
Казалось, нет. Alt F4. Alt F4. Может, она вообще бесконечна? Ну как она может быть бесконечная? Почему ты напуган? А что ты делаешь, что я напуган? Ты же мне. Выйди из игры. Хер тебе. Красный такой, вообще твердый. Не выйду. Хотя уже пора. Вон еще какой-то проход. А, это, блин, это было одно из зданий тех, да? Серьезно? Охереть. А здесь что? Давайте еще посмотрю здесь. Не, ну я понял, нужно собрать этих 8 будильников. Возьми его, пожалуйста. Ага, ага. И тогда что-то будет? Набор слов. А, это, кстати, аудитория, походу. Да, 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 я что-то сразу не засек это. Ну вот, и очень много помещений, очень... Угу. Ну да, это уже просто сейчас превратится в такую рутину с поисками этих будильников. Давайте я сюда зайду, посмотрю, что здесь. А здесь бассейн! Здрасте, добрый день. Окей. Ну и ладно. А, и напоследок нажму как раз-таки, не знаю, F4, как он хотел. Нет, ну он же выйдет тогда из игры, да? Ну да. Ну, короче, я сделаю так. Я сейчас с вами попрощаюсь. И... записи выключать не буду и нажму Alt F4. Если что-то будет интересное, я просто эту часть записи вырезать не буду. Если не будет ничего интересного, тогда... тогда все. Так что вот такая вот игра, странная, очень странная, но необычная, хоть что-то необычное, потому что необычно так всегда интересно и всегда новое, есть о чем поразмыслить, пораскинуть мозгами. Надо, надо, надо такое делать, надо в такое играть, смотреть. А на этом все, с вами был Иван, спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих играх. Счастливо! Нажимаем. No escape, он мне пишет, нельзя выйти. Юморист хренов. Пока.